Да, так, пришли мы с прогулки, и сейчас будем раздеваться. Малышка спит, и мне нужно ее потихонечку раздеть, чтобы не разбудить. Так, уйди, уходи. Тише, 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 тише. Сейчас я аккуратненько поставлю камеру, чтобы вам показать. Будем вместе ее переодевать. Вот я поставила камеру поудобнее. И сейчас мы будем раздевать нашу Софи. Погуляла она хорошо. Так, давай. Уснула. Ай, ты моя хорошая девочка. Сейчас шапочку снимем. Я ее оставлю здесь немножко поспать. На бочочек так положу, на диванчик. Спит наша зайка. Такая умничка. У нас тут бегают собаки. Я все-таки решила переложить Софийку. Потому что кое-кто здесь слишком балуется. Да? Тимофей, ты балуешься? Где ты? А? Кто балуется? Тимофей? Поэтому я сейчас уберу малышку, чтобы никто ее не повредил, нашу маленькую девочку. Так. Решила немножечко с ней погулять, чтобы она немножечко еще поспала на ручках, ее подержать. И все, и пойдем переодевать. Ну, переодевать потом, как проснется, а пока она спит, спит. А то я так чувствую, что ей вот эти малыши не дадут поспать. Да? Тимоша, не дашь поспать Софийке? Мия, а ты? Не дадите, да? Можете потихонечку не баловаться, чтобы София чуть-чуть поспала? Ну все, хорошо. Сидите тихо. Вот. Гуляем с ней по дому, чтобы не проснулась. Она уже крепко спит, пойду положу ее в кроватку и пойду ей сделаю смесь. Ну вот, сейчас положу ее в кроватку. Вот так, моя хорошая. Давай спать ложись, поспи чуть-чуть. Как я уже и говорила, пока Софи спит, я пойду ей сделаю смесь. Она поспит со своим зайчиком. Тут еще одна сосочка ее запасная. Да, девочка моя? Вот так. Отдыхает. Ну, все. Сейчас поставлю ей музычку и пусть она дальше спит. Перемыла наши бутылочки. Вот такие у нас бутылочки. Есть еще другие, но они чистенькие в шкафу. Я как-нибудь вам покажу обзор всех наших бутылочек. И сейчас я буду делать кашку для Софийки. Смесь сегодня буду делать вот такую. Потому что у нее болел животик в прошлый раз. Я решила поменять смесь. Посмотрим, как будет после этой смеси. Так, раз, два, три, все. Смеска для Софийки готова. Сейчас пойдем кормить ее вместе с вами. Ну вот, уходи, Сонечка. Сейчас мы покормим Софийку и будем ее переодевать после того, как она покушает.
большая, Сонечка наша. Вот молодец. Сейчас покушает. Сонь, отойди от нее. И будем переодеваться. Немножко поиграем. Да? Вот молодец, какая кушает девочка наша. И Соня рядом с ней здесь не отходит, любительница. Вот так. Да. Как хорошо кушает. Молодец, девочка. Очень хорошо кушает. Уже практически докушала, смотрите. Ну все, наелась, да? Смотрите. Почти ничего не осталось. Молодец какая. Сейчас будем переодеваться и играть. Да, малышка моя, будем играть сейчас? Опачки. Сейчас переоденем нашу солнышко. Так, уберем бутылочку. Сегодня вот такой памперс мы оденем нашей малышке. Да? Девочка наша. Опа. Вот, не капризничай, не капризничай, на тебе сосочку, не надо капризничать. Так, этот мы памперс убираем. И берем вот такое. Присыпочку я вам уже много раз показывала. Опачки, новую пока еще не покупала, еще это есть. Как закончится, так куплю. Лёвочка прям вообще хорошо подходит. Вот такой комбинезончик сегодня мы оденем нашей Софийке. Одеваться она не любит, поэтому немножко капризничает. Но это как все маленькие детки, ничего страшного. Покапризничает, и мы сейчас с ней переоденемся да поиграем. Вот, моя хорошая. Немножечко большеват комбинезончик. Ничего, на вырост. Подрастет, потом будет уже лучше этот комбинезончик. И немножко так подвернем рукавчики. Ну вот, какая ты красавица. Какая ты красавица. Молодец. Давай уберем сосочку и поиграем немножечко с тобой, да? Ух ты, какая. И малышка. Какая малышечка. Какая хорошая девочка. И вот я ее положила на животик, чтобы... Давай с игрушечками с ней. Да, девочка моя, смотри, твоя любимая игрушка. Ля-ля, какая игрушечка с тобой. Ты еще не интересна, ты же совсем маленькая, да? Ой, ой, ой. Ну, не кряхти, не кряхти. Не кряхти. Не кряхти, хорошая моя. Не надо. Видишь, как хорошо играешь. На тебе игрушечку. На тебе игрушечку. Ну, какая красивая игрушка. Да, София. Какая там игрушечка.
красивая. Ну, мои ребята, будем с вами прощаться. Сейчас немножко поиграю с Софи. Ей уже нужно будет спать. И до следующего видео.